Здравствуйте! Приветствую вас на кулинарном канале диетолога Скачко. В этом видео я расскажу вам, как использовать семена льна с кефиром правильно, без риска для вашего здоровья и жизни. Есть несколько вариантов использования этой смеси для снижения веса, для восстановления обмена веществ, для очищения кишечника, очищения организма, для укрепления иммунитета. Но не каждый из этих вариантов безопасен для вашего здоровья и вашей жизни. А в этом видео вы узнаете три секретных ингредиента диетолога Скачко, которые сделают эту систему более правильной. Иными словами, вы будете снижать вес, восстанавливать обмен веществ, но не рисковать здоровьем и жизнью. Итак, начну сначала, откуда появились рекомендации использовать семена льна с кефиром для снижения веса, похудения. В первоисточнике была кефирная диета для похудения. И я бы сказал, это одна из самых жестких и опасных для здоровья диет. Несмотря на то, что кефир достаточно чистый продукт питания, мало белковых токсинов, вернее их там практически нет. И казалось бы, все здорово. Но на самом деле рекомендуется чаще всего кефир обезжиренный. Углеводов в кефире тоже уже нет. Их превратила флора в органические кислоты. И практически это чистый белок с водой. Но содержание белка относительно больше, чем содержание воды. Иными словами, при обмене веществ на финальных стадиях и из кефира образуются конечные продукты обмена белка. Их обычно называют трупные яды. Удаление которых полноценное состоится, если воды будет в 42 раза больше. И только в этом случае диета кефирная становится безопасной. Если вы этого не делаете, иными словами, 5-6 стаканов кефира в день вы употребляете, а 3-4 литра воды забыли выпить или не смогли их выпить по какой-то причине, здесь возникает проблема. И чаще всего на вторые и третьи сутки эту диету прекращают по тому, что мозг не может выдержать такое испытание. Редко на этой диете находится дольше. И вот здесь появились семена льна. Это прекрасный компонент. Вы читаете в литературе. Семена льна содержат белки, жиры, углеводы, витамины, макро, микроэлементы. И вам кажется, что это прекрасное дополнение к кефирной диете. Многие эксперты именно так и советуют поступать. И часть экспертов рекомендует просто взять стакан кефира, чайная, десертная, столовая ложка семян льна. Несколько часов идет настаивание, семена льна набухают, и вот кефир в таком виде вы употребляете. Я бы сказал, это достаточно сложная тема. Как только семена льна неизмельченные попадают в пищеварительную систему, конечно же, слизь, которая находится на их поверхности, набухает, увеличивается объем содержимого, увеличивается трафик по кишечнику, очищение кишечника происходит. Если у вас там были каловые завалы, иными словами, вы не знали, как поддерживать свой кишечник в хорошем состоянии до этого, вы резко теряете вес за счет очищения кишечника. Правда, в следующий раз вы такой же эффект получите спустя годы либо десятилетия того же образа жизни, который привел вас к началу кефирно-льняной диеты для похудения. Больше вы потерять вряд ли сможете. Если вы будете пить малое количество жидкости, вы понимаете, чем вы расплачиваетесь. Снижение напряжения работы почек, ухудшение состояния суставов, мышц, нервной системы. Все это будет происходить, потому что эта диета достаточно жестковата. Что будет с полезными веществами? А из семян льна вы полезные вещества получить, если семена льна цельные попали в кефир, у вас не получится. Просто на поверхности то, что способно экстрагироваться из семян льна, это слизь. Метаболизации в организме не происходит, поэтому она просто механически перемещается по кишечнику. Ну и цианогенный гликозид линимарин, да, он тоже в кишечнике может извлекаться, но от него вы получаете три компонента. Глюкоза, да, она увеличивает углеводный баланс в вашем организме. Ацетон, достаточно ядовитое вещество, ну и более неприятное соединение, это синильная кислота. Действие на организм будет совершаться. И вот такой способ использования семян льна с кефиром цельных я бы
вам не советовал. Даже если вы захотите разжевать семена льна, во-первых, все у вас разжевать не получится, но если вы считаете, что при разжевывании как раз белки, жиры, углеводы, витамины, макро-микроэлементы семян льна теперь будут доступны вам, вы ошибаетесь. Вся эта конструкция пропитана цианогенным гликозидом линимарином, и вновь полноценного переваривания у вас не состоится. Более того, у вас появляется еще один риск. Как только вот эти продукты, потенциальная еда для микрофлоры попадает в кишечник, синильная кислота не даст их полноценно переварить. Она яд ферментный, который заблокирует вашу пищеварительную систему. А патогенные бактерии в кишечнике могут использовать по своему усмотрению. У вас увеличивается вздутие живота. И посмотрите на моем канале, наберите метеоризм, как избавиться от метеоризма, вздутия живота. Вы поймете, в чем вы начинаете рисковать. Вздутие живота ограничивает экскурсию диафрагмы и создает условия для ишемии сердечной мышцы. И на такой диете, если вы разжевываете семена льна и употребляете вместе с кефиром, это фактически тест, в каком состоянии находятся у вас коронарные сосуды сердца. Будет ли у вас по этой причине инфаркт. Либо в каком состоянии находятся у вас сосуды мозга. И будет ли у вас по этой причине инсульт. Либо в каком состоянии находится сократительная способность сердечной мышцы. И будет ли у вас острая сердечная недостаточность, либо обострение хронической. Кстати, такое видео 4 ошибки смертельно опасных на моем канале есть. Ссылку, если у вас безопасный режим не отключен, вы в этом видео видите. Посмотрите. Со временем поймете, как правильно питаться, как правильно обеспечить питание сердечной мышцы, чтобы у нас работала она у вас лучше и рисковали вы здоровьем меньше. Поэтому разжевывать цельные семена льна я вам не советую. Часть экспертов советует по-иному. Не надо вам жевать. Измельчите семена льна, добавляйте в кефир, и такая диета для похудения будет вам более полезна. Но так поступить можно, если вы знаете один полезный совет диетолога. А именно, перед тем, как купить измельченные семена льна, вы должны на упаковке найти без линимарина. Иными словами, производитель семян льна, он удалил цианогенный гликозид линимарин. И действительно теперь все белки, жиры, углеводы, витамины, макро-микроэлементы семян льна теперь могут достаться именно вам, а не патогенной микрофлоре кишечника. И вы вновь не рискуете своей жизнью. По этой причине измельчать цельные семена льна в домашних условиях вы тоже можете. Но если знаете, как удалить цианогенный гликозид линимарин. И создать безопасную ситуацию, когда вы можете принимать семена льна с кефиром и снижать вес, улучшать обмен веществ, очищать организм, очищать кишечник самым безопасным для вас способом. Поэтому вот эти советы я бы советовал вам все-таки использовать. А как улучшить воздействие семян льна с кефиром, сделать более безопасным? Вот здесь вам нужен первый секретный компонент диетолога Скачко, который поможет вам эту ситуацию использовать правильно. И я бы советовал вам вместе с семенами льна, правильно приготовленными, то есть измельченными с удалением цианогенного гликозида линимарина, в кефир добавить первый секретный ингредиент. Это чеснок. 2-3 зубка чеснока на такую порцию будут великолепны. Иными словами, стакан кефира, чайная ложка измельченных семян льна и 2 зубка чеснока. Это прекрасная комбинация, при которой чеснок своими фитонцидами будет подавлять активность патогенной микрофлоры кишечника. И еще больше полезных веществ из семян льна вы получите. Кефир переварится лучше. И такая диета для похудения будет для вас более безопасна. Более того, чеснок не только подавляет патогенную микрофлору, он еще и раздражая вкусовые рецепторы и рецепторы по желудочно-кишечному тракту, улучшает переваривание пищи. И это большой плюс. Самое главное, правильно переварить белки. Именно переваренные белки, они сгнившие в кишечнике с индикатором усилилось вздутие живота. Именно этот компонент помогает усилить обмен веществ, улучшить, ускорить обмен веществ в вашем организме и еще более безопасным способом снижать вес. Ну а укрепление иммунитета по умолчанию. Иммунная система работает на белках. И в такой комбинации ваш организм получит больше пользы. Если вы хотите еще больше получить
бонусов по очищению организма и снижению веса? Не вопрос. Тогда вам нужен второй секретный ингредиент диетолога Скачко. А именно, к этой комбинации вы добавляете еще один компонент. Это яблоко. Яблоко нужно очистить и приготовить правильно. Иными словами, вы удаляете кожицу с содержащейся на ее поверхности всегда воском. Воск нарушает работу печени, и вы обменные процессы активно улучшить не сможете. Далее вы режете яблоко, удаляете семена, в которых тоже находится цианогенный гликозид линимарин. Ну, просто яблоко тоже побеспокоилось о своих потомках и защитило их от поедания мышевидными грызунами. Только после этого яблоко натерли и добавили в эту комбинацию. Что вам даст в этом случае яблоко? Ускорение движения каловых масс по кишечнику, очищение кишечника, ну и очищение организма. Если вы рассчитываете на более активное очищение организма, тогда вам лучше яблоко использовать не в сыром виде, а в запеченном. В этом случае пектины, которые находятся в яблоке, работают как прекрасные сорбенты, и в еще большей степени идет очищение организма. Поэтому этот компонент очень важен в этой системе для того, чтобы снижать вес правильно, одновременно очищать организм и восстанавливать обменные процессы. Но на такой диете, в таком виде семена льна с кефиром, вы можете использовать где-то в пределах от 1 до 2 недель. Дальше все-таки такая диета все-таки неполноценна. У вас могут пострадать волосы, могут ухудшиться состояние кожи, ногтей. Нервная система может начать требовать более разнообразного питания. И я ее прекрасно понимаю. Поэтому я бы советовал вам правильно использовать третий секретный ингредиент диетолога Скачко, который очень просится в эту комбинацию. Правда, если вот в этой комбинации вы можете использовать 5-6 раз в день такую смесь и получать эффект, для того, чтобы получать эффект очищения организма, снижения веса более длительное время, вы эту комбинацию используете вечером перед сном. А 4 раза на протяжении дня вы используете правильно приготовленный борщ. Причем борщ можно готовить в зависимости от сезона года по-разному. Весной, летом, осенью, зимой разные компоненты могут попадать в борщ. Для того, чтобы он продолжал оставаться полноценным блюдом, содержащим суточную дозу витаминов, макро-микроэлементов, а также углеводы, жиры, белки. И помогать вам поддерживать обменные процессы на том уровне, на каком вы хотите. Для того, чтобы вы получили больше информации, ссылку на видео вы видите. Переходите, смотрите, как приготовить борщ правильно. Ну, а если у вас безопасный режим включен, не вопрос, наберите борщевая диета для похудения, кефирно-борщевая диета для похудения. И вы получите ту ценную и полезную для вас информацию, которая позволит вам использовать семена льна с кефиром правильно для снижения веса, очищения организма, укрепления иммунитета. И чтобы вы оставались в состоянии здоровья более длительное время. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Если вы еще не подписчик моего канала, уверяю, 900 видео, каждое из которых несет полезную информацию в большем или меньшем объеме. И каждый грамотный человек из любого моего видео может получить для себя полезные сведения. Станьте подписчиком моего канала. Если вы не можете, ну, занесите канал в избранное, чтобы следующие видео приходили вам в почту и вы могли их посмотреть одним из первых. Также, если вы напишите комментарий в этом видео о том, какие компоненты вы не знали, вы не подозревали, что их можно вот так использовать, ну, напишите в комментариях. Кстати, когда вы добавляете измельченные семена льна в кефир и вы их удалили из них цианогенный гликозид линимарин, либо вы купили уже очищенные от него семена льна, я бы советовал вам некоторое время подогреть, может даже поджарить. 3-5 минут поджарить измельченные семена льна. В этом случае вы получите несколько бонусов. Во-первых, белки семян льна, они потеряют свою активность. Иными словами, их будет легче переварить в вашей пищеварительной системе. Жиры
и содержащиеся в них жирорастворимые витамины, они все-таки находятся в клетках. Вряд ли вы купите измельченные семена льна до молекулярного состояния, когда все мембраны разрушены. Вот находящиеся внутри мембран капли жира, они могут не достаться вашей пищеварительной системе по той простой причине, что мембраны в растительных клетках — это целлюлоза. А целлюлоза в пищеварительной системе человека не переваривается. Термическая обработка позволит вам больше извлечь полезных веществ из семян льна. И в этом случае вы и масло, жирное, ценное масло семян льна, не окислите. Вы не будете впрок на год вперед себе поджаривать. Максимум на 1-2 дня можно поджарить, и вы получите пользу в максимальном количестве, то, что прописано в справочниках. И жирорастворимые витамины вместе с ними. Вот таким вот образом, используя разные полезные советы диетолога и 3 секретных ингредиента, вы можете получить от семян льна с кефиром максимальную пользу без риска для вашего здоровья и вашей жизни. Вот на этой позитивной ноте я все-таки это видео буду заканчивать. Если вам оно принесло пользу, можете поставить лайк, можете отметиться в комментариях. И до новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» — это YouTube, а также «Школа доктора Скачко» в Instagram.